Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморья Вера Щербина провела рабочую встречу с послом по особым поручениям МИД России Эдуардом Малаяном. Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие. Разворот на восток, все ориентиры на внешнеполитической линии страны смещаются в вашу сторону, вы выходите на передний край. Естественно, возрастают задачи. И в этом смысле, может быть, есть какое-то поле дополнительной резервы, есть какие-то возможности, которые еще не реализовываются. Мы бы с удовольствием вас послушали, а может быть, мы вам что-то подскажем. Приморский край вошел в число лидеров. По-моему, там пятерку, да, лидеров я уже... Ну, там рейтинговая система, первая группа из четырех регионов, в том числе и Приморский край. И мы, вот верхние, как говорится, эти заняли позиции по этой экспертной оценке. Понятно, что это же работа, да, это и предварительная работа, и текущая работа, которая вместе с МИДом осуществляется. И поэтому вот я в этой части хочу сказать, что у нас никаких нет вопросов, которые бы мы сейчас обсуждали с вами, что-то непонятного. То есть у нас нет непонятных вопросов. Глава краевого правительства отметила, что Приморье активно сотрудничает также с Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой. Все решения и действия всегда обсуждаются с представительством МИД во Владивостоке. Юлия Рогоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.